Лежу раздавленный грехом, и мир не милый горняком, но надо ждать и надо жить, бороться, верить и любить. А мне ангелы поют о нашей жизни слезы льют. Здесь молодые старики идут по берегу реки, придут, не ведая куда, такая, брат, у нас беда. Огни ангелы кружат, зовут меня, зовут тебя. Возьмемся за руки, друзья, мы друг без друга жить нельзя. Я знаю все, что нужно нам. Мы будем строить Божий храм. Мы будем строить Божий храм. И всех найдется место там. А в ней радость есть о том, что счастье в мире есть. Уж 10 дней не было ветра, воздуха, стекло души, красное, кровавое, солнце закатилось. Солнце закатилось, ночь на землю грешную, ночь на землю грешную наползает медленно, и не встретишь путника. Расскажу тебе про Каина, как убил он брата Авеля, как убил он брата Авеля из-за черной злобы, зависти, не почувствовал раскаяния. Скитался непрекаянно, так все это продолжается, как бы Каину покаяться, воскресит брата Авеля, обнять его родимого, возвести быстрее крайне, опокаявшимся Каину. Баю, а мне ангелы.
будем строить Божий храм. Спасибо! Мы пробились. Вы знаете, в этой жизни надо везде пробиваться. Везде. На том мы стоим. Боже, всем помощи. Спасибо.